Я ничего не понимаю уже, я вообще ничего не понимаю. Где цвета разные? Все, он починил, ты не видишь, он починил, молодец. Ого, какой чинило, блин, Софи Холл, ну правильно ты говорил, хороший человек будет, хорошим следящим. Да. Чинил. Чё ты там написал, Флимов? Я тебя задушу так же, как Томми Яблочко. Хорошо, Флимов, я посмотрю на тебя потом, я посмотрю. Хочешь потом разбираться с ГА? Как с Томми Яблочко? Как хочешь. Так, все, не угрожай, я сейчас тебя выгоню отсюда. Я не угрожаю, я просто рассуждаю. Рассуждай про себя, и вообще лучше так не рассуждай. Вот так, мысли вслух просто случайно вырвались. Смотри, 29-е тут стереть надо, получается. И тут... А почему? А что с таблицей, блин, не поняла. Максим, видишь, 29-12-е, 12-е, потом 01-е, 27-е, что такое? Я говорю, потому что месяц кто-то удалил. Месяц антиблата. Полностью месяц. А, трэш какой. А кто это сделал? Я глянем. Последние изменения таблицы. А у меня нет. А, есть доступ. Сейчас глянем. 28 января, 28 января. Ну, кто-то таблицу трогал, тут вот есть логи. Кто трогал, как изменяли. Уж зайди сама, посмотри, потом разберись, я не хочу, мне лень. А как посмотреть, вот сверху есть, где настройки доступа, левее там часть. Все, слушай, да. Не надо мне вазки сейчас, это не надо мне. Да? Да. Че это? Флимова забанили. Ты тут давай меня порази, пожалуйста. Я тебя выеду, Флимов. Флимов хороший. Я так не считаю. Я считаю его конкурентом, а конкурентами с конкурентами. Сама знаешь, что бывает, что делают с ними. Максим, ты вот когда говоришь, я забываю, что я вообще думаю. Ты можешь и говорить. Да, правильно, покажи Софии Холл вот это, чтобы ее стошнило, выблевало просто. Нет, я не забью, я не футболист. Станем. Стань им. Футболист, мне футболист нравится. Да, блин, с тобой далеко не уйдешь. Я не удивлюсь, если он эти видео будет показывать потом лидерам. Ну, я себе поговорю сейчас у него там с микрофоном. Молодец. Да у него не только проблемы с микрофоном, у него проблемы еще с головой. Человек админит на мобиле, родина, РП. Не может помочь игрокам. Не знаю, как его повысили. Поражаюсь таким людям.
Эх, был бы я ГС гражданских, я бы поставил флиму. Не взял бы к себе. Ты тут я... мое место. Ой, не надо, ой! Не а, я микрофон забыл выключить. Максим, иди, знаешь, погуляй. Выбесишь, руль заберу. Я потом с Флимом поговорю. Да-да-да-да. Я пошла, меня вызвали еще по-моему, да, Стравинский? Я вот тоже ухожу, все. Иди. Ну. А ты что не идешь? А что ты? Ты же собрался, иди. А тебя, ну, так тебя вызвали срочно? Почему ты не уходишь? Там никого нету. Короче, давай пока, Флимов, косячник. Давай пока. Давай, косячник, Стравинский. Я косячник, с одного косяка. Вот у Флимова столько историй при него слыхал. Прокачаешься. Чё он пишет? Ой, это пишет человек, который просто проиграл мне в шахматах, которого я поставил на колени. Что, уже Флимов. Я этого ждал, чтобы я тебя выбесил просто. Давай, косячник, пока. Попуск. Если он будет так общаться, я его сниму, не волнуйся. Здорово, косячник. Чё ты? А? Кто вообще разрешал сюда идти в МЗ? Едят здесь. Тебя съедят. Ой-ой-ой, какие обидные фразочки. Ты вспомни, что ты летом творил, уволил человека по причине, я тогда хотел. Косячник.